Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Попалась вот такая интересная монеточка. 2 копеечки, ранние советы, 1926 год. И посмотрите, что у нас получается. Сие чудо, без признаков насильственных действий, брак. Брак довольно-таки редкий, сразу хочу сказать, отметить. На что вам нужно обратить внимание при выуживании такого рода монет. Брак называется брак края листа по меркам нумизматики. Почему нельзя сказать, что, например, монета подвергалась насилию? А все очень просто, ребятки. Монета, мы видим, по ее окиси, по патинам, что монета выкопана и не приведена в чувство. Это хорошо видно, то есть на поле, кто занимается раскопками, тот понимает. Ну, в принципе, что еще можно сказать? Сейчас вам покажу обраточку. Цена, друзья, цена такой монетки, это уже радует, это уже где-то 10-20 долларов, не меньше, очень редкая. Вот сколько я занимаюсь, несколько лет, это первый брак, который мне попался. Вот такого плана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами, как всегда, Мега Дэнди Перекупщик.